это наш традиционный головной убор. А, you're asking me. Okay, here we go. Теперь его запомнят англичанином в Тюбетейке, который захотел остаться в Казани навсегда. Потенциальный работодатель — Госкомитет по туризму. Соискатель — Джастин Уолли, футбольный тренер с 18-летним стажем. Я думаю, что вы немножко понимаете. За плечами работа в 4 футбольных европейских клубах. И вот уже 5 месяцев успешно тренирует команду в Зимбабве. Так его команда радуется очередной победе, пока Джастин на чемпионате мира. Не приехать в Россию он не мог. Путешествие – это его второе пристрастие. Побывал в Москве, в Питере, Сочи, а в Казани решил остаться. И написал об этом в Твиттере. Есть ли шанс, что я смогу остаться в Казани после чемпионата мира и получить работу в отделе туризма города? Пожалуйста. В Госкомитете сообщение прочитали и пригласили на собеседование. Иностранный гость рассказал, что его привлекло. Атмосфера пребывания в городе расслабляющая. В Казани очень приятно отдыхать. Вне зависимости от мероприятий, проходящих здесь, это место действительно фантастическое. И его стоит посетить каждому. Угостили чак-чаком, рассказали о достопримечательностях республики и предложили представлять Татарстан в качестве посла по туризму в тех странах, в которых будет находиться Джастин. Мы понимаем, что практически все 100%, кто сюда приезжает, они остаются очарованы нашим гостеприимством, красотой, историей, культурой. Поэтому для нас очень важно, чтобы как можно больше